всех требуемых стрелок, начиная с Приборовой и начиная со всех депутатов. У нас есть кандидатуры, на которых можно заменить, но они не хотят нас слышать. Вчера они отвергли эти кандидатуры, мы будем опять требовать своих людей. Вы предлагали как-то кандидатуру? Мы предлагали это еще с июля месяца, как только наши войска зашли в город. Была сессия послевоенная, мы тогда еще сразу говорили, что наши люди должны быть первым и вторым замом. Но нас не услышали. А потому что все депутаты, это партия регионов, они голосуют так, как им надо. Они голосуют, они боятся нас, они боятся народа, хотя их выбирал народ. Они слуги народа, не мы. Так вот, пусть они будут слугами народа, как-то такими, как и должны быть слуги. Это результат для вас сегодняшней сессии. Мы не позволим провести сессию, не позволим мы утвердить Радченко, утвердить Ляха на места замов. Будем собираться столько, сколько нужно. Сколько человек вы сегодня ожидали? Я не знаю, я не считала. Считайте. В основном как вы приглашали, как-то вы созванивали, лидеры? Нет, мы выбросили информацию в Facebook, и все, и кто мог, тот и пришел.